О, Райм, ты тоже играешь на Кристалликсе? Что, Градус, привет, я только сюда зашел. Как ты вообще узнал, что я здесь? Да легко, я следил за тобой. Ну что ж, у меня для тебя есть идеальное предложение, во что можно поиграть. Заходи в навигатор и выбирай самый популярный режим Custom Steve House на Кристалликсе. Что ты несешь? Почему у меня стрела в голове? Вообще, как я сюда попал? Я просто бежал по деревне. Небольшая предыстория. Мы играли с тобой на Кристалликсе 2 года назад, и до сих пор у тебя эта стрела. Серьезно? Прикольно. Да, кстати, вы тоже можете к нам подключиться на Кристалликс по ссылке в описании. Ладно, хорошо. Что происходит? Так, ты мне сказал нажать на навигатор. Подожди, мы будем играть в мини-игры? Да, Custom Steve House. Повторяю, заходи. Проходи волны монстров, сражайся с игроками на дуэлях, умножай свой банк ставками на дуэлянтов, заслужи свое место в топе. ПВП. А! Что это? На меня напал медведь. На меня напал меч! Что здесь происходит? Градус, ты где? Градус! Мне страшно! Это огромный мегаполис, здесь куча людей, я боюсь. Так, тут есть целых 3 режима. Одиночный, двойной и 6-6, офигеть. Знаешь что, давай двойной, будем сражаться бок о бок. Мы зашли на двойную битву какую-то, и сейчас будем с тобой рука об руку сражаться. Градус, надеюсь, то, тут что... Тут можно выбрать команду, выбирай фиолетовую команду. Нет, она занята. Да ё-моё, желтая команда. Мы с тобой в одной, мы с тобой белые пингвины. Отлично! А почему у тебя шляпка фермера? А я купил. А у меня стрела в голове, блин. Я на Кристалликсе давно, бро. Начало банов класса. Что здесь происходит, господи? Это блокировка класса. Выберите из доступных класса тот, который хотите заблокировать. Я не понимаю. Я головорез. Головорез. Давай заблокируем головореза. Забанить. Иглогриф. Забанить. И паладина. Я не знаю. Так, теперь нужно выбрать класс, за который будем играть. Берсерк. Давайте пирата. Взять берсерка. Я буду паладином. Что я делаю? Ассасин. Ладно, беру ассасина. И кто я? У меня есть суп. Что? Подожди, у меня тоже суп, опа, опа, а его вот суп... этих надо гасить, я вот этих боюсь! Надо гасить, давай, 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 наша задача как можно больше убить, минус 1.5 сердечка я потерял. Что? Что происходит? Это была первая волна. А-а-а, у меня есть суп, восстанавливает на 2 хп, используй с умом, у меня еще стрела есть, мне дали стрелу. Золотое яблоко, неразрушимое, каменный меч беру. А я железный возьму, а зачем он мне, а что я сделал? Смотри, с каждой новой волной ты усиливаешься, приобретая новые какие-то ништяки. Тебе становится легче сражаться, но в то же время боссы становятся сильнее, да и мобы в любые, я прокачал железный меч. Волна 2. Градус, мы должны с тобой победить! Сзади! Офигеть, что это такое? Это супер ядовитые пауки. У тебя почти половина хп уже не было, ты аккуратнее так-то будь. Да я испугался, смотри, здесь есть прок... Блин, я понял, как это работает, это же вообще топ. Туманное зелье регенерации. Железный нагрудник возьму себе, надену сразу же и прокачаю его. Не могу, у меня недостаточно денег. Блин, это очень крутой режим, мне он реально нравится. Да, и тут так можно волнами бесконечно бегать. Где эти собаки, улыбайся? Сзади, Градус! Так, давай, так, давай, так. Меня еще ни разу не ударили. Можешь тыкать здесь бесконечно. Конечно. Прокачать я теперь могу. Ага, у меня осталось 200 золота. Зачем мне книга жизни? Тут сейчас будет дуэль. Надо сделать ставку. Я голосую за фиолетового Wolfgame. Я за я Гугл. А я пока что прокачаюсь. Или говно пока что для прокачки. Я еще ничего не могу купить, к сожалению. Ты, наверное, а тоже. Чешуйки! Ненавижу их! Давай. Да их можно легко разрубить. Хоп, они медленные. Так, они медленные! Я даже убегать не буду. Смотри, я их просто раздеребанил на куски. Фух, мы справились. И кто победил-то, интересно? Минус 100 золота! Чего? А я плюс 92! Меч заморозки? А мне алмазный меч с заговором огня, беру. Ладно, я не буду это брать. Мне нужны ботинки, точно. Их я возьму и пойду прокачаю. Я прокачал алмазный меч на 3 уровня. Теперь острота 2 и заговор 1. Это очень сильный меч. Теперь нужна броня. Делаю ставку 100 рублей. Выбрать на зеленую команду. Я тоже поставлю 50 только. Сделать ставку. Я иду ва-банк. Я уже понял интуитивно, как примерно это все дело работает. И пока что, мне кажется, мы неплохо с тобой держим. Ну, посмотрим. Пятая волна, это, наверное, будет что-то сложнее. Свинозомби, так. Да не, просто их надо 2 раза ударить, чтобы убить. Или 3, я не знаю, у меня 3, меч крутой. 3, у меня 3 раза. А мне хватает 2. Я бегу, Градус, отбегай оттуда, у тебя уже не так много жизней. Всего лишь минус 5,5. Кто? Так, зеленый, да! Побеждают, отлично. Ого, у меня денег. Сколько у тебя? 700. А у меня 900. Иди в жопу. Бро, тот шарт из доты есть. Сколько у тебя меч урона? У меня меч урона 8,5. Ого, а что ты такой прокачанный, в отличие от меня.
И у меня, кстати, намного больше сердечек уже. Сколько? Еще одна полоса появилась, почти половина. У меня 15. А на кого ты здесь ставил? Я не делал ставку в этот раз. Я ставил на каких-то чуваков, и кажется, я, скорее всего, сейчас проиграю, да. А хотя, я против Wolf Game поставил. А, ну ты проигрываешь. Да, я проиграл. Ладно. Мне дали лук на бесконечность. Что? Ну, лук, мне кажется, здесь будет достаточно медленным. Но зато в крайних ситуациях можно сдалека настреливать противников. Ой, у меня баланс 90 рублей осталось. Зато мне меч на 8 урона. А мне на 8,5. Иди в жопу. Волки! Волки, волки! Ау! Вот эти волки, давай. Ну, слушай, пока что все очень даже несложно. И не, кажется, волки много урона носят. И мне кажется, то, что у нас все шансы здесь победить. Хотя и для остальных это не так уж и тяжело. Когда мы уже с кем-то будем сражаться? Не, не хочу, я боюсь. Да нормально, так. Представь, сколько кипиша тут будет. Я надеюсь, правда, ты умеешь пвпшиться. Нет, ты же знаешь, что нет. Ну да, я же знаю, что нет. Я бы прокачал еще свою броню, наверное. О, можно продать предметы. Нет предметов, ну блин. Есть стрела, могу продать стрелу. Слизни, у тебя же лук есть, градус фигачих луком. О, Слизни с сюрпризом! Офигеть! Их давай, действительно. Я понял, их не надо убивать, их надо убивать сначала одно. Нет. Убегай. Я молодец, что купил лук. Ой, лук это сильно. Их нужно убивать по одному лучше. Ну да. А теперь я еще настреливаю. Опа! Это было неожиданно. Дайте мне брони. О, алмазная броня, защита от снарядов. Защита 2, защита от снарядов 3. Все, супер, хорошая. О, дуэль сейчас с нами будет, градус. Готовься. Надо срочно прокачивать вещи. Я все книги сейчас сожрал, которые можно было. У меня теперь бонус к деньгам, доход со ставок и прочее. Блин, мне стрёмно. А вдруг мы проиграем? Давай. Да, конечно, мы проиграем. Думаешь, у нас шансы есть? Да. Я тебя умоляю. Давай, градус. Сейчас мы... Так. Плава везде! А, у них стрелы есть. Офигеть. В отличие от нас. Так, попал. Опа. Иди попал. Сюда. О, здесь лава, чёрт! Я знаю, что тебе сказал. Они меня не видят. Черт, давай, подходи и бей их. Я не могу, так градус, помогай, мне что-то не стреляешь в них. Да ё-моё, ну как ты дурной. В принципе, думали. Это ты дурной, я еще в лаву свалился. Почему ты не стрелял в них, когда я к ним подбежал? Потому что они в меня настреливали. Так они, в смысле, они в меня начали стрелять. Мы проиграли. Ну, блин, сложно, мы не такие прокачанные. Они тут все эти самые, уже много повидали в жизни. У нас и брони мало, чтоб ты понимал. Буду прокачивать пока что свою броню, а именно алмазную. Блин, это... Как здесь их побеждать? Ну, только прокачиваться. Так, я буду ставить на 100... Я на правых тысячу ставлю. Я на левых. Тысячу? Да. Посмотри на их скины и посмотри на слева, чуваки в стивы. Ну, они такие же, как и мы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стреляй в луком! Луком стреляй! Я посмотрю, как ты с ними дерешься. Ты дурной, стреляй! У меня уже нет здоровья почти. Давай, я понемножку их вырубаю. Офигеть, они жесткие. Опа, они быстрые, в них трудно попадать. Ну, а мне остается просто начали настреливать. Ой-ой-ой-ой-ой. Пока Райм уже почти умер. Да блин, а почему тебе дали лук, а мне нет? Тебе бы хотя бы щит дали. Минус 50 золота, за что? Ты проиграл? Да, видимо, да. А я, подожди, тогда я победил? Ты победил. Да, я залутал кучу денег. Еще один лук на бесконечность, взрывное зелье исцеления. Ладно, я пока что не буду тратить деньги, буду копить их. Хотя ладно, я поставлю ставочку левых. Так там чувак один единственный всего лишь. У него нет шансов. Ребята, заходите тоже на Кристалликс вместе с нами. Особенно, если вы еще не играли в этот режим и такие же нубы, как и мы. Нам же нужно с кем-то равным сражаться. Опа. Ну ты справишься один, как всегда. Я тебе сейчас по башке дам, это нельзя так делать. Они все тебя бьют. Ну так ты должен... Они горят из-за того, что я их бью, и меня поджигают. Вдвоем вместе быстро разрубили. Кстати, у меня две полосы здоровья. Походу, я просрал свои деньги. О, нет, 123 золота. Ура. А я выиграл 1200. Е-е-е. Сколько у тебя денег? У меня 3300. Я сейчас поставлю все деньги, ну почти все, на правую команду. Что делает Мидас? А можно против себя ставить? До 2.8 получается. Дает 230 золота? Надеюсь, оно не одноразовое. Я куплю это. Видимо, когда создавался режим на Кристалликсе, они вдохновились дота. При ПКМ на моба убивает и выдает вам 230 золота, перезарядка 95 секунд. Нормальная тема, окупаемая. Так, волна 12, разбойники. Райм. Как этот Мидас работает? Пап! Тихо! Я сдалека настреливаю по заклинателям, потому что это уже тяжелая волна. Это очень так. Тяжелая волна. Один. Они быстрые, они очень быстрые. Да тут еще эти вексы сраные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вредина. Все, заклинателя убил. Вреден теперь остался только. Где они? Или все? Где они? Все.
чуваку. Так, ну смотри, я не зря ставку сделал, все деньги просто поставил на этих чуваков. Смотри, я использовал этот Мидас, и мне дали 300 монет просто так, это же замечательно. А я не успел, ай, я забыл. У него очень большая перезарядка, очень. Теперь я буду ставить все деньги. Так, подожди, не мы деремся случайно? Надеюсь, что нет. О, алмазный нагрудник, это то, что мне нужно. Нет, мы деремся, я не хочу, мне страшно. Что я могу купить за 800? Хм, ничего. Следующие 6 секунд вы блокируете. Так. О, у меня есть штука на блокировку урона. Ты настреливаешь луком, а я иду в атаку. Давай. И не забывай про то, что там лава. Слушай, они сильнее нас, намного сильнее. У меня, кстати, больше очков, чем у тебя. Да потому что ты, да. Тихо-тихо, готовься. Я не понимаю, где я? Что? Так, я иду к ним за спину, в тыл. Они меня заметили. Ой, они меня отравили! Райан, бегу к тебе. Давай, фигачи его, фигачи. Я умер! Так, Градус, так, живи, так, живи, так. живи, пожалуйста! Давай сюда. Эх, жалко, я не вижу эту игру. Сюда, блин, меня убили! Я даже не понял как, но у меня же было кучу хп! Эх, у них куча зелий всяких различных. Тяжело. Блин, ну мне так нравится, это вообще... Проигрывать? Нет! Так, давай ставить опять на этих, на левых чуваков 500 монет, а? Почему бы нет? О, спавнит в следующем раунде всем врагам ведьму на карте. Да, я видел. Но я не знаю, насколько это полезно. А, паучки слабенькие. Но их много. Слушай, они отравляют. А, они, у них хп много. Кстати, я сейчас умру. Нет, я сейчас умру. Убегай! Я умер. Это плохо, наверное. Я умер один раз. А сколько у нас жизней? 3, по-моему? Я не знаю, но это моя первая смерть. Что-то мы, кажется, неудачники с тобой. Уже начинает быть сложно. Где, на кого мы ставили? Погибают! Нет, это первая неудачная ставка. Блин, за долгое время. Это капец. Минус 500 золота. Зелье замедления. Лук, наконец-то! Делаю ставки, конечно же, 1000. Я рискну поставить на чуваков справа без скинов. Да. Против одного. Он арабский шейх. Увези меня в Дубай. Ладно, поехали. Слизни. Аккуратно, убиваем по одному. Давай, опа, первый. Ой, у них много хп. Чешуйку. Так, чешуйка. Разбирайся с ней, я разберусь с слизнем. О, волк, он добрый. Нет, он злой! Опа, а вот сполох это проблема. А щитов здесь нету? Не знаю, он нам еще не попадался. Блин, я промахиваюсь, я косой очень сильно. Так, волк. Сполох отъезжает. Еще золото. Что? Он один выиграл? Наверное. Да пипец. Ой-ой-ой-ой. Это было сильно. Так, давай, мы долго с тобой деремся. Нужно быстрее. Нужно давай. Разбирать всех. Я тебя ударил, как? Нет. Ой, слепота! Траванули! Сраный сушитель. Я тебе помогу, Градус. О, минус один, минус. И, опа. Сзади сполох, я тебя тоже спасу. Есть. А, меня убили. А, осталась одна жизнь у меня. А, доход со ставок минус 6%. Бонус к деньгам. Видимо, когда я умираю, теряю бонусы. На кого ставки делаем? Я налево хочу сделать. Я сделаю на правых. Пожалуй, я лук еще прокачаю. Все-таки на PvP это очень важная вещь. Да, но если у чуваков не броня. Офигеть! Мне мало жизни уже. Блин, мне надо убегать. А я не успеваю убегать от них. Черт, они очень сильные. И у меня мало хп. Райм. У меня тоже. Райм. Исцеление. У меня полсердечка. 1400 золота. А я выиграл. Все хорош. Фух, у тебя мало сердечек осталось уже. О, тут алмазный меч на бич членистоногих. На самом деле неплохая это вещь против пауков. Это очень хорошая вещь. Возьму. Возьму алмазные ботинки. У меня 3000 денег. Буду ставить 1000 на правых. Только попробуйте опять проиграть, заразы. Ну я по приколу 50-100 на левых поставлю. А, у меня денег нету. Здесь чешуйки. Они не будут эндерменов призывать! Это не чешуйки! Это эндербиты, Градус! Ну да, чешуйница эндермен мира. У меня уже мало очень хп. Мне два а ты еще не разобрался? Мне два сердечка, черт. Ты умираешь. Я умер. Блин. А, и я сейчас тоже умру, нет, походу. Я тебе помогаю, я спасаю тебя. Давай, это очень сложно. Это уже очень сложно становится. Это не столько сложно, сколько противно. Ну ты сейчас золото, черт, я проиграл. Так, слушай, я буду ставить все свои деньги сейчас на правого чувака. Потому что в прошлый раз он победил. Мы белые пингвины, Градус, мы должны победить. У тебя, кстати, последняя жизнь. И что будет, если я умру? Скорее всего, я останусь один. Это не круто. Вообще не круто. Огненная западня, применяй лук. Это будет больно. Уворачивайся, я стреляю. Офигеть! Это сложно, это сложно. Я постараюсь по одному повырубать. Будь аккуратнее. Они за тобой бегают, летают. Все хорошо. Я пока что это. Главное, уворачивайся. Я буду их стрелять, убивать. Ой-ой-ой. Уворачиваюсь. Я их луплю. Просто постоянно луплю. Так, парочку мы уже разобрали. Градус, тебе нельзя умирать вообще, если что. Поэтому точно. Я весь удар на себя беру. О, я выиграл. Так. Раунд. Я тоже выиграл, 710. Отлично. О, что? И у меня было два сердечка, я в последний момент успел выпить. Зелье регенерации, на самом деле, это очень важная штука. А грибная похлебка? А я не знаю, где ее купить. Белые пингвины завершили битву. Мне щит дали! Ура! А мы сейчас деремся, Градус! Готовься. Мы, кажется, против них дрались, но у них уже большой перефарм. Пофиг. Есть.
Я попал! Не зря я играл в КС-ку миллиард лет! Я обхожу. Нет. Тебя тоже обходят. Так, слушай, ну мы держимся. Держимся. Аккуратно. Так, прикрой меня, я тут это дерусь. Вот эта вот дамочка, она только с лука пытается фигачить. Аккуратно, градус, аккуратно. Я, походу, их похилил, черт! О! Блин, меня сейчас убьют. Нет! Так, я убиваю! Градус, ты умер! Куда я ты? Я умер! Пей что-нибудь, ешь что-нибудь, жри что-нибудь. Так, сейчас, подожди. Они тоже хилятся. Нет, я тут не вывезу. Поражение! А у них слишком перефарм, мы не догоняем за ними. У тебя всего 11, у меня 15 тысяч. А у них по 20! Да, надо как-то тактикой какой-то, галактикой. У нас еще какой-то дуэль намечается. Опять? Да. Так, надо срочно все прокачивать, особенно лук. Да лук говно, лучше мечом лупить. Короче, градус, не надо, давай не будем на них бежать. Пусть они сами к нам прибегают, это выгоднее. Ну ладно. Так. Они обходят. У него какая-то сабля смерть. Охренеть! У них вообще капец там. Давай фигачи. Я умер. Что? Уже? Я умер, я не знаю. У него что суть? Что у него за мачета-то такая? Я не знаю. Он вообще в наглую идет просто убивать. Чешуйницы! Давай, охренеть, градус, спаси меня! Давай, мы должны, короче, с тобой сейчас раскачаться до следующей дуэли и победить там их с концами. Кого-нибудь хотя бы. Да раз. Я не могу. Что? Ой-ой-ой, что так много? Я кинул зелье регенерации. Я тоже кинул зелье регенерации. Капец, они стали так, сильными. Осталось чуть-чуть. Градус, спасай, видимо. спасай меня, спасай. Убегай, я тоже буду хлупить. Ну, сердечко. Беги! Я чуть не умер. Книга, короче, сзади книга. Мы снова сражаемся. Давай купим хоть что-нибудь, прокачаем. Блин, мне недостаточно средств. Прокачаю себе броню. Давай, слушай, у нас не шансов. У тебя всего лишь 13 тысяч, а у чуваков по 23. Ну ладно, мы только начали в это играть, ничего страшного. Блин, опять эта идиотская лава. Отлично, пьем зелье это сопротивление огню. Так. Иди в жопу. Так, у меня сопротивление огню, все нормально. Так, надо его скинуть в лаву. Он не скинулся? Блин, Райм! Что, Райм, для тут своя битва? Почему? У него какие-то зачарования на шипы, потому что когда я его бил, он просто стоял АФК, а я умер. О, меч заморозки выпал, смотри, какой мне меч попался. Ого, это что, пойду ставку сделаю. Так, давай. А, нет, аккуратно. Меня съедают пауки, я не могу справиться. Регенерацию использовал, градус, убегай. Поражение. Нет, не поражение, все нормально. Все нормально! Я один, о боже мой! Книга апгрейда! Да отвалите вы же от меня, идиотские паучки! Блин! Что? Поражение! Охренеть! 0 из 5 дуэлей! Волна 23 градус. Брат, ты сам. Я умер. Я знаю. Я могу сказать только одно. Нам сюда срочно нужно звать наших подписчиков, потому что если мы будем играть с вот этими вот профессионалами, нам ничего здесь не светит. То мы останемся позорниками, пойдем спать с позором. Да, поэтому, ребята, переходите по ссылочке. Я обязательно еще сниму этот режим, потому что мне очень понравился, я бы хотел поиграть вместе с вами. И не потому, что здесь все очень круто играют, а просто я хочу поиграть со своими подписчиками. Да, просто Райм боится, что его опять вынесут. Неважно! Переходите по ссылке в описании. Кристалликс, я думаю, вы и так все знаете. Всем удачки, всем пока-пока!